день, дорогие друзья! Сегодня мы будем жарить. Жарить мы будем филе куриных окорочков. И для этого нам понадобится филе двух окорочков, соевый соус, черный перец, сахар, чеснок. Приступим. Мы включаем печку, разогреваем нашу сковородку. Причем разогреваем очень хорошо. Наши филейки брызгаем перцем с обеих сторон. Выдавливаем на них чеснок. 2-3 зубчика будет достаточно. Да, филе сейчас можно купить в магазине уже разделанное. Раньше мне приходилось мучиться их все-таки разделать. А сейчас это доступно купить непосредственно уже готовое филе. Но я думаю, что это самое вкусная часть мяса курицы. Ну, лично для меня, конечно. На вкус и цвет товарищей нет, как говорят. Ну вот, с этим этапом мы справились. Пускай оно полежит 10-15 минут, пока нагреется сковорода. И будем жарить. Итак, пока греется наша сковорода, мы приготовим наш соус. Берем 2 чайные ложки сахара. Добавляем соевый соус. Три столовые ложки будет достаточно. Этим соусом мы будем глазировать нашу курочку. Ну, хорошенько размешали, соус готов. В хорошо разогретую сковороду вливаем масло. Ну, ни много, ни мало. Средненько. Выкладываем нашу курочку. Поджарив с одной стороны минуты 4-5, мы перевернули наше филе на другую сторону. Стейк из курицы у нас получился. Пока мы жарим, я стараюсь перекладывать с одной стороны на вторую, буквально через 1,5-2 минуты прожарки с одной стороны на вторую, и раз 5-6 я так делаю, чтобы избежать момента пригорания, потому как используется соевый соус, а он может давать такой некрасивый цвет. Ну вот посмотрите, что получилось. Я думаю, это очень вкусно. Пока жарилось мясо, мы быстренько сделали салат из дайкона, моркови и горошка. Ну и, конечно же, добавили растительное масло, что очень подходит к этому мясу. Будем тестировать. Мясо получилось нежнейшим. Очень вкусно. Кому понравился мой рецепт, ставим пальчики вверх. Не забываем подписываться на мой канал. Ссылочка будет здесь внизу. До следующих встреч. Пока.